Народ, всем пламенный hello, приветствую вас на канале Swim Event и жаркий солнечный Форди. И сегодня с нами всем любителям, всем властелинам колец посвящается. Сегодня у нас с вами мы на площадке Audi, посмотрим цены на новый Audi, посмотрим ассортиментный ряд. Все покажу, как всегда. Подписывайтесь на мой инстаграм, если вам нравится, телеграм-канал, если вам нравится, погнали. Ребят, ну, судя по вот наличию, это еще я вам скажу, что одна из площадок, то есть это еще не самая основная. В принципе, с Audi проблем нет. Может быть, не все комплектации, может быть, как бы не все цвета, но, в общем-то, выбор очень небольшой. Напоминаю, что это город Нейплс, это всего там 25 тысяч населения. И эта площадка... То есть есть еще вот здесь площадка, ну здесь в основном ремонт и мейнтенс, то есть обслуживание. Есть еще большая площадка склад. На склад я еще с вами не ездил, но думаю, что как-нибудь поедем. Итак, погнали. Смотрите, это у нас S-Line Q7 черная. Мне кажется, на максималках. Камеры 360, проекция на лобовое стекло. Такой вот интересный салон. Так, давайте посмотрим. Чем мне еще нравится Audi, всегда она практически quattro, вернее, всегда, да, то есть полный привод всегда, и поэтому, ну что по ценам у нас, смотрите, цена на такую машину, 23-й год, SQ7, 102 тысячи, 102 тысячи, соответственно, вместе с тем, что налог заплатить, то есть в районе 112 тысяч выйдет. При этом, смотрите, финальная сборка Братислава, Словакия. Привет, Словакия. То есть двигатель Германия, трансмиссия Германия. Ну и отсюда мы с вами понимаем, стоит или не стоит вести Audi из США. По крайней мере, Q7. Ну, конечно же, в Европе она будет, в свою очередь, скорее всего, дешевле. Возможно, будут другие комплектации, но будет явно дешевле. Так, здесь у нас нет ценника, не останавливаясь, поэтому это у нас нет ценника тоже. Но это и комплектация попроще. К сожалению, просто нету стикера и... нечего показывать, я просто не буду тратить ни ваше, ни свое время, если у нас нет стикера. Здесь у нас тоже нет стикера. Вот еще одна кукушечка. Смотрим. Ну, Q7, соответственно, если у нас та собирается в Словакии, то, и, соответственно, все они будут собираться в Словакии. Ну, да, здесь та же история. И цена здесь у нас 71 тысячу. Ну, поскольку здесь у нас... стоит, по-моему, пакет Prestige, судя по фарам, но нету это. Я, ребята, честно говоря, никогда не был владельцем Audi, но на машине-то ездил, много знаю, понимаю, как бы, но при этом я не был владельцем и не фанат Audi, поэтому мне немного сложно. Я думаю, что вам в этой связи будет более, к тем, кто любит Audi, все понятно. Мое дело показать вам машины и цены, что есть, а вы уж там и по фарам, и по таким вот внешним признакам определитесь. Значит, еще один вариант. И 69 тысяч здесь у нас цена. Вот вам, пожалуйста. То есть 59 MSRP и плюс дополнительное оборудование. Вот так можете поставить себе на паузу и посмотреть внимательно, сделать даже перевод. Ребят, все просто, сделали скрин, то есть что-то непонятно, чтобы я там не распинался вам, и многие просто скажут, мы и так знаем. Я знаю, что вы все знаете, поэтому я и там сильно не вдаюсь в подробности. Сделали скрин, загнали себе в Google переводчик и посмотрели перевод. Очень-очень просто, что как бы общие понятия, я вам и так рассказываю. Это у нас с вами e-tron, это тот же самый, это основа для Porsche Taycan, это электричка, стопроцентная. Очень симпатичная, очень мне эта машина нравится. Значит, смотрите, GT Quattro, цена 125 тысяч. Понятно, что там есть много опций, но это самая топовая, самая навороченная. 125 тысяч, и у нее заявлено 238. То есть порядка где-то... 238 миль, это порядка где-то 300 с копейками. 300 с копейками... миль всего она едет. А если даете мощность, так она, короче, и меньше едет. Поэтому очень небольшой запас хода. Но машина очень красивая. И, конечно, смотрится бомбически в этом цвете. Ну, ценник. Но машина, не знаю, я знаю, как бы вот мое понимание, эта машина реально для уже, мне кажется, очень уже состоявшихся богатых людей, у которых это явно третий автомобиль в семье. То есть не первый никак. И который живет где-то там, где и работает. То есть комфортно, не надо ездить на большие расстояния. У человека все расписано. Поэтому для таких людей машина, да, это, мне кажется, подходит. Так, это у нас с вами S5.
S5 кабриолет. S5 кабриолет, 74 тысячи долларов, 3-литровый, 8-ступенчатый типтроник трансмиссия. Какие цвета интересные, видите? Audi. Так, это у нас с вами, я так понимаю, Q5. S-Line в пакете. Да, Q5 S-Line и 51 900 стоит. Но и обратите внимание, здесь у нас вот это вот делается Сан-Хосе, Мексика. И трансмиссия немецкая, остальные все делают у нас в Мексике. И 76%, то есть машина мексиканская вот это, и у нее цена, соответственно, вы видите какая, 51 тысячу. Ребят, не вообще на эту тему не надо заморачиваться. Очень много машин здесь делается в Мексике ввиду дешевизны труда. И, соответственно, таким образом США помогают экономически, да? То есть, чтобы в Мексике была работа, были заработки. Q8, один из самых красивых, на мой взгляд, автомобилей. Хэтчбэк, спорткупе. И среди своих конкурентов в виде X6-го, в виде купе GLE. В принципе, очень достойно смотрится. Здесь еще, посмотрите, такой тартуфа салон. Коньяк, еще некоторые называют. 81 тысяча. 23-й год, новая 3 литра. Очень хорошо 3-литровые заходят. Кстати, вы знаете, да, что я уже говорил, что Mercedes-Benz 53, он тоже 3-литровый. Стоимость, кстати, примерно, ну нет, повыше, конечно, чем Audi. Q8. А вот новая Q8, и это Q8 e-tron. То есть это у нас электричка. О чем гласит вот эта вот незаметная надпись. Ну и профи сразу догадаются по передней решетке. Передняя решетка, она сильно видоизмененная. Ей уже не требуется такого охлаждения. И, соответственно, очень красивые диски, белые. Мне кажется, еще бы закатать черную крышу, было бы вообще очень классно. И посмотрите на салон. Салон, конечно, бомба. Прострочка оранжевая, серые, приятные такие, знаете, видно, не очень будет марки. Вообще в Audi по качеству придраться не к чему. Кстати, нету на нее почему-то нету стикера. Ладно, сейчас поищем еще, где. Ну, может, еще будет и трончик. Посмотрим с вами. Так, это еще одна Q7. Вот видите, все как бы. А здесь у нас тоже, да. Здесь при этом, смотрите, двигатель Венгрия. 3 литра и цена 70 тысяч. Так, Q7 еще одна. Я только понять не могу, на пневме что ли, да? Потому что смотрите, как вот этот вариант и вот этот вариант. Она явно на пневме, она ниже прям, она присаженная. Ну и видно, здесь какой зазор. Видите, от колеса. А здесь зазора нет практически вообще. Это у нас пневма. И 102 тысячи стоит вот такая вот Q7. 4 литра при этом. И Братислава, Словакия. И при этом немецкая сборка. То есть вот S-вариант. Это полностью фактически немецкий автомобиль, только словацкая сборка. Так, e-tron, который поменьше, не купе. Q8 e-tron Quattro. И вот вам, пожалуйста, 81 780. Это полностью электричка. И запас хода заявлен как тоже 285. Но здесь уже вроде как повеселее. 285 миль. Ну, как бы, не знаю. Вообще говорят, что реально, и владельцы говорят, что едут они в районе 400 километров примерно. 400 километров с одной зарядки. Ну, будем им верить, потому что я больше верю владельцам, а не производителям. E-tron, Q4, Sportback, это купе, и посмотрите, 67 тысяч долларов. Ну, вот такой вот, как второй, третий. Я вообще, когда вижу, что человек едет на вот таком вот электрокаре. Вон, машина сейчас закрыта, не буду. Я потом... Это наш Volkswagen, я часто отсюда снимаю. То есть Volkswagen, Audi у нас один и тот же салон. Я часто снимаю видео. Пока не буду. В общем, потом я отдельно запишу обзорчик. Я все хочу e-tron у них записать обзор. Так, S-ка, S8. Авоська. Ну, это правда, видите, Своська. 137 тысяч. Ну, это вы чересчур, ребят, хапанули, конечно.
Да, классный цвет, но по цене семерки, мне кажется, вряд ли кто-то купит Audi. Ну, несмотря на... Да, видите, тут у нас Bang Olufsen. Как он? Olufsen. Ну, это типа как Bauer Wilkins у Mercedes-Benz, то есть это high-end музыка. Ну, это чересчур прям для авоськи, то есть, ну, не знаю. Не, ну, поклонники купят, конечно. Так, а вот это вот красотка. Черная, черная, черная. И, в принципе, мне кажется, такая же комплектация вот там вот. Ну, да, видите, у нее MSRP-шка 120, то есть она еще и дороже, я думаю, будет. Красивая машина, но чем Audi всегда выделялась в немецкой тройке, она была всегда с более интересной ценой. И поэтому при ее наполнении, при ее качестве и при ее, в принципе, очень классном дизайне, мне кажется, что Audi в этой связи выигрывала ценой. Ну, а здесь она явно не выигрывает. Так, это у нас с вами Quattro A6. 23-й год, 2 литра мотор и цена 61 тысячу. 61 тысячу, ну, в принципе, ну, здесь нету даже у нас проекционного лобового стекла. Так, это я вам показывал. Вот RS-ка, RS5. RS5, хорошая комплектация, есть вон и проекция, панорама, ну и цена, соответственно, 88 тысяч, 88 200. Ну, вот объясняется тем, некоторые говорят, почему ты нам не снимаешь Audi? Потому что, ребята, Audi, ну, они имеют очень специфическую цену. На мой взгляд, это реально дороговато для Audi. Ну, вот прямо-таки скажем. Для американского рынка, ну, это окей. Но все равно дороговато. Даже для американского рынка. 88 тысяч, RS5. Я согласен, отличная машина, просто супер. Я даже спорить не буду, но... Она сделана для фанатов Audi, коим я не являюсь, да и, я так понимаю, многие не являются. Поэтому, да, покупают, да, хорошая программа поддержки. Вот А4, пожалуйста, стоит. Давайте А4 посмотрим, сколько стоит. Я вам всю линейку Audi сейчас показываю. Очень хорошее качество салона, очень хорошее качество кожи, не марка. 50 тысяч А4 стоит. Это S-Line 2 литра, 7-ступенчатый S-Tronic. Так, вот очень, очень красиво здесь, видите, на белом, и вот этот вот матовые хромированные вставки, они, их сильно не видно, а вот на черном смотрится очень бомбически, но непрактичный черный цвет, тем более для Флориды. И, кстати, посмотрите, Германия, то есть у нас только в Венгрии делается трансмиссия, а чисто немецкая сборка, ну отсюда цена в 50 тысяч на А4. Мне кажется, дорого для этой машины, честно. Ну и понятно, что из Германии везут, то есть и как бы не это. S3, ох ты, трешечка. S3, седан, 2 литра, 7 также, и 55, но это S3. 55 тысяч, ребята, даже нету проекции, ну не знаю. На вторичке они быстро дешевеют еще в США. Так, вот давайте посмотрим. Еще одна А3, 2 литра и 41 тысяча. Ну, еще за 41 хоть как-то, но ну куда здесь? Ну, понятно, что S. То есть, понятно, что тут все модно, технологично, мощно, но... И ТТХ. Ну, ТТХ, это, мне кажется, для людей прям поклонник, знаете. Я, когда был совсем-совсем молодым, смотрел на ТТ, думаю, эх ты, какие крутые люди ездят на ТТ. Ну, действительно, крутые люди ездят на ТТ, я не спорю. 23-й год, ТТ С-купе и 64 тысячи. 64 тысячи. Это для тех, кто хотел быть похож на Айронмена, но хватило только на ТТ. Не, классика, классика. На самом деле, я шучу так, что ну, понятно, что... Вот эта машина стоит, вот смотрите, там вот розовый сатин матовый, вообще капец. И вот смотрите, вон какой хаки. Так, давайте посмотрим, у нас здесь еще с вами есть один Porsche Taycan. Porsche Taycan. Ну я к тому, что еще один у нас есть
А еще одна электричка RS и Tron GT. И 164 это победитель сегодняшнего идиотизма. Кто, блин, это купит за 164? Да простят меня поклонники Audi. 164 тысячи долларов с налогами будет 100. Ребята, купите себе, пожалуйста, уже XM, и он хотя бы гибрид, хоть можно бензин. А это, она еще и едет всего 232 мили на одной зарядке. 232 мили. 164. Вы серьезно, Audi? Вы там все нормально у вас вообще? Ладно, там хотя бы Porsche стоял. Но сделайте достойный автомобиль, чтобы он хотя бы, не знаю, 1000 километров проезжал, и потом уже берите. Я все понимаю, технологии, супер-пупер, все красиво очень смотрится. Но 164 тысячи, ребята, я же не... Мне же не показалось вместе с вами, да? Что скажете? 164 тысячи, камон! Очнитесь, ку-ку! То есть просто вы, чтобы понимали, эта машина здесь обойдется плюс еще 10%. То есть, соответственно, ценник на нее будет там за 180 перевалит. Ну куда? За что? Да не. Это извините меня. Ну не знаю, напишите, если кто готов купить за 100, вот в Америке здесь за 170 тысяч себе такое. И посмотрите, сколько они на вторичке, кстати, стоят. Они теряют цене там, просто вообще. Я не знаю, это надо быть вообще, наверное, владельцем компании Audi, да, там, не знаю, главным дизайнером, чтобы купить себе такую машину. Так, это, кстати, бэушка, но на бэушку, ребят, к сожалению, у них нет ценников. Они убрали ценники на бэушку. Я сейчас вам, знаете, я сейчас вам... Ну, давайте так. Я вам сейчас вот на вот эти две машины... Сейчас мы с вами посмотрим. Мы с вами посмотрели на новые, и мы посмотрим на вот эти две машины цены. Я сейчас не поленюсь. Сейчас главное, чтобы у них стикер был на окне. Нет у них стикера на окне, нет у них цены, нету, ребята, к сожалению, нету стикера. Но, кто желает посмотреть, сколько стоят эти Audi, вы можете зайти на сайт Naples Audi, кому доступно, и посмотреть. Вот здесь я вам скажу цену, здесь есть стикер, и здесь есть стикер, все, можете не заходить. Я знаю, что многим недоступны сайты с других, даже соседних стран, здесь иногда бывает, из Канады не открывается. 3 литра, 36 тысяч, 20-й год, Q8 Prestige. Сейчас я вам скажу на нее цену. Она БУ. Кстати, ребят, у меня мой хороший друг Максим продает. Ну, возможно, будет продавать Audi, но только в самом модном цвете и в самой топовой комплектации, Q8. В идеальнейшем состоянии, готов вот просто свою личную гарантию дать. Дайте знать, если надо. Там цвет вот этот вот, который модный серый Audi, самый модный и дорогой. И сейчас я вам скажу на RS5 и на Q8. Вот на эти две машины я сейчас скажу цену БУ. Значит, давайте посмотрим сразу вводные. То есть здесь у нас 36 тысяч 20-й год, а здесь у нас 22-й год и 11 тысяч пробег. 2,9, видите, уже пишут. Молодцы. Это молодцы. 2,9. 3 литра, в общем. Давайте, сейчас скажу. Значит, итого, RS5 стоит 76 тысяч, а вот это стоит 58 тысяч. Ну, вот вам цена. Ну, там 57 600 оно стоит. А это, да, это... Ну, ребят, вот вам цена на почти новый автомобиль. Ну, мне кажется, что-то мне подсказывает, что мы можем еще порубиться за скидки здесь. Если кто-то реально будет покупать, я думаю, что еще можно сбить скидки себе. Ну, не знаю, ну вот смотрите, как бы вот так вот вам. Итак, сегодня у нас с вами был Audi. Tesla вот это X продается, это Plaid. Значит, они ее... Сейчас на Tesla так сильно, как бы, цены дает низко сам производитель, что вторичка просто офигевает. Это, видите, по значку, это Plaid. Это модно-модно, дорого-богато. А новая почти машина, 22 года, 4000 пробег, естественно, крылья чайки. А вот это руль, короче, от Формулы 1. Что хотите, вам ценник на нее скажу. Давайте. Чтоб на Теслу еще посмотреть. Блин, ну красиво очень. Вон, видите, покупать сейчас будет. Это на тест-драйв взяли. Дилерский номер повесили сзади на веревке. Ребят, Тесла вот это 90 тысяч. Это очень хороший прайс, на самом деле, на нее. Учитывая то, что... Вот сейчас бери и покупай сразу, не надо ждать, не надо собирать. 90 тысяч, это классный прайс. Ну и вишенка на торте, давайте мы с вами посмотрим на вот этот вот e-tron хаки темно-зеленого цвета. Надеюсь, на нем будет сейчас
Опс, сейчас будет прайс. Да, есть стикер, это хорошо. Ну, здесь хотя бы модно, очень сильно модно. Потому что цвет уникальный. Еще, кстати, SQ8 стоит. Не знаю, будет на ней стикер. Здесь очень-очень модно. И ценник там и внутри. Посмотрите, как это все дело. Ну, в общем, здесь хотя бы по моде. Такое прям. 157, но ценник при этом не кошерный вообще. 157 тысяч. Ну и SQ8. Цвет такой, пьяной вишни. 109 тысяч. То есть, ну, практически 110, без 500 долларов. Ух! Ребята, снимал вам Volkswagen, у меня много обзоров. Новых, кстати, выбор большой. Обращайтесь, кому здесь нужна будет покупка. Здесь США или отправка. Очень хорошие ценники. Всегда 2-литровый, теперь у них единственный двигатель. Вроде очень неплохой. Поэтому обращайтесь, это можно будет все дело устроить. Все, ребят. Пока-пока. Спасибо, что были на канале. Про Volkswagen отдельно вам запишу. Volkswagen, обращайтесь. Есть, кстати, вот в этом автосалоне у меня очень хорошие менеджеры. Делают кредиты для новичков, кто только что прибыл. Так что я уже записал не один отсюда ролик. И трон ей тихонечко-тихонечко. Не слышно его. Он ко мне подкрался. Вот еще один А6 красный Audi. Ну все. Пока-пока. В комментах оставляю обычно ссылку на телеграм-канал, на инстаграм свой. Оттуда можете зайти и посмотреть.